У нас и были другие случаи, когда люди в местах лишения свободы уходили из жизни. А разве в Соединенных Штатах такого не бывало? Бывало и неоднократно. Кстати говоря, вот я вам скажу, это будет так неожиданно. За несколько дней до ухода господина Навального из жизни мне некоторые коллеги сказали, и не сотрудники администрации, некоторые там люди сказали, что есть идея обменять господина Навального на некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах. Вы можете мне поверить, можете нет. Человек, который со мной говорил, еще фразу не закончил. Я сказал, я согласен. Но, к сожалению, случилось то, что случилось. Только при одном условии, сказал, что мы его поменяем, чтобы он не возвращался, пускай там сидит. Вот и все.